встречайте, Хайден Кристенсен в студии Центрального телевидения. Добрый вечер. Хайден, вы сыграли Дарта Вейдера. Yes, yes. Ну, вы-то наверняка должны знать, как изменятся «Звездные войны» после покупки Диснея, Лукасфильма. Может быть, мы увидим каких-то новых героев, я не знаю, Белоснежка, джедай, ну, например. Да, такое тоже возможно. Никогда не знаешь, что придумают эти парни из Диснея. Мы тоже немножко пофантазировали на эту тему и представили, как может выглядеть ваш новый персонаж. Давайте посмотрим. Да, такое тоже возможно. Это не очень похоже на Дарта Вейдера, но у Диснея есть права на Микки Мауса, может быть, они его используют. Но не думаю, что Дарт Вейдер с такими ушами сработает, ведь он же злой. А скажите, вы в Москве ведь не случайно? Я впервые в Москве. Я приехал посмотреть город и навестить своих старых друзей из Enjoy Movies. Мы недавно встречались и обсуждали планы на будущее, как вместе снять фильм. Русский фильм? Совместный, на английском языке, но русский фильм. Скажите, а в Москве, вот вы уже какое-то время побывали, чем вас она поразила, вот эта столица? Я уже успел попробовать прекрасную русскую еду и насладиться хорошей компанией. Есть еще вещи, которые действительно поражают, вот ваши пробки, например, это производит впечатление. Я так и не понял, как такое вообще может быть. У нас есть песня популярная «Рюмка водки на столе». Вот «Рюмка водки на столе» стояла, когда вы встречались здесь с московскими друзьями? «Рюмка водки» нет, пока еще только чаек попивали. Но я думаю, что все еще впереди, может быть, сегодня ночью наверстаем. Ну, ладно, вернемся к «Звездным войнам». Хотел спросить про костюм. А насколько он тяжелый? Вот. Костюм Дарта Вейдера, он очень тяжелый. И он как скафандр, и я в нем немножечко болтался. И для меня сделали специальные платформы, чтобы я оказался, ну, повыше. Но я надел такие мускулы искусственные под костюм, чтобы быть больше. Когда ты внутри этого устройства, развивается небольшая клаустрофобия. Я извиняюсь за вопрос, но иногда хочется там в туалет. В костюме было предусмотрено? Похоже, конструкторы, которые его придумали, даже не думали, что Дарту Вейдеру когда-нибудь захочется сходить в уборную. Поэтому поход в туалет был очень сложный процесс, как в другой город съездить. Слышал, что перед съемками последнего эпизода вам пришлось набрать лишний вес. Сколько вы набрали? Да, я набрал 25 фунтов. Ого! Это 11 килограммов примерно. Как быстро вы их сбросили? Я думаю, не только мне, но, естественно, нашим телезрительницам будет интересно. Честно говоря, я не старался сбросить вес. Я хотел таким остаться, потолще. Удержать вес оказалось выше меня. Может быть, я не знаю, темная сторона силы вам как-то помогала похудеть? Может быть, какие-то специальные упражнения с лазерным мечом? Ну да, кстати. У нас есть. Хайден, ну, может быть, хотя бы пару движений. Немножко гимнастики от Дарта Вейдера. Нет, это не меч Дарт Вейдера. Это меч Оби-Вана. Это очень опасная штука, будьте осторожны. Я не убью, нет, я вас не убью, постараюсь. Так, вам нужно сделать так. Теперь в эту сторону, а теперь вот так. А теперь меч вот так. А теперь крутите за спиной и почувствуйте силу. Чтобы делать так, нужно долго практиковаться. Я не ждал от вас таких правильных движений. Я вам желаю провести прекрасное время в Москве. Thank you very much. Главное, держите себя в руках. И когда вам будут предлагать много выпить, отказывайтесь. Это был Хайден Кристенсен, только для Центрального телевидения. Мы продолжаем.